Всем привет! Вы видите, что в моих руках ничего нет, но буквально через мгновение в них появится волшебная палочка. Белла, тебе идут усы. Самое время немного подправить макияж. Эта музыка так качает, класс! Какой невероятный фокус! Спасибо! Девчонки, хлопайте! Похоже, никому это не интересно, кроме тебя, Эмма. Ну ничего, я знаю, как привлечь ваше внимание. Мы начинаем челлендж. Нужно только выбрать подходящее место. Это все не то, а вот это подойдет. Я рад вас видеть здесь. Еще раз привет. Ого, пиньята? Класс. Нужно срочно посмотреть, что у нее внутри. Но куда же она пропала? Не торопите события. Сначала придется выполнить мои задания. И что нам делать с этими бургерами? Конечно же есть, но только на скорость. Что ж, это не самое сложное задание. Уверена, я справлюсь. Первый бургер уже почти у меня в желудке. Я такая голодная. Люси, советую тебе поторопиться. Так ты точно проиграешь. Да, мне нравится это испытание. Ненавижу овощи. И почему их так много внутри? Придется есть только булочки. Нужно составить план. Мне понадобится карандаш и линейка. Продуманный подход приведет меня к победе. По-моему, я первая. У меня отлично получается. Нужно продолжать в том же духе. Люси, что с тобой? Тебе стоит посмотреться в зеркало. Неужели я испортила макияж? О, какой кошмар! Моя помада размазалась. Ну вот, я уже наелась. Теперь так хочется спать. Глаза закрываются. Белла, вставай. Похоже, ее не разбудить. Ладно, лучше займусь делом. Пока Эмма не видит, я могу переложить ей свои бургеры. Думаю, это отличный план. Я почти закончила. Скоро у меня будет то, что поможет пройти испытание. Я молодец. Это гениально. Последний бургер, но в меня уже ничего не лезет. Какой же он тяжелый. Не могу донести до рта. Придется есть прямо со стола. Теперь я снова отлично выгляжу. Ой, совсем забыла про бургеры. Какая мягкая подушка. На ней так удобно спать. Я переложила все свои бургеры на тарелку Эммы. Этот, пожалуй, могу съесть сама. Было непросто, но я справилась. Что она задумала? Теперь у меня есть блендер, с помощью которого можно за считанные секунды превратить все эти бургеры в коктейль. Погнали! Он работает! Отлично! Вот и все. Готово. Осталось только это выпить. Стакана нет? Что ж, можно и так. Пожелайте мне удачи. Это выглядит не очень аппетитно. А на вкус вполне неплохо. Какие странные сны мне сегодня снятся. Осталось совсем чуть-чуть, я справилась. Откуда этот звук? Бургеры? Где я? Что тут происходит? Все, ваше время вышло. Посмотрим, как обстоят дела. Вижу, вы все неплохо справились. Все, кроме Беллы. Извините, я ненадолго уснула. Но ведь это такие мелочи, вы же меня простите. О, нет! Что это? Как мокро и холодно! Куда она пропала? Что вы с ней сделали? Какой кошмар! Тише, тише, не надо так кричать. Где мы на этот раз? What? Что вы от нас хотите? Это похоже на печенье. Но я не знаю, что с ним делать. Иголка – это что-то значит. Вам предстоит вырезать сахарные фигурки. Время пошло. Всего одна минута? Придется постараться. Эта иголка такая острая, я уколола палец. Лучше ее выкину. Нужно придумать что-то другое. Ого, это так вкусно. Можно грызть. А что, мне даже нравится такое задание. Ну давай же, давай. Ничего не выходит. Но у меня есть идея. Возьму пилочку для ногтей. Хорошо, что я прихватила ее с собой. Ну вот, совсем другое дело. Не понимаю, как с этим справиться. Не может быть. Похоже, моя иголка погнулась. Это провал. И что же мне теперь делать?
Есть идея. Я могу использовать свою подвеску. Кажется, она достаточно острая. Проверим. По-моему, получается. Нужно только приложить усилия. Думаю, мне торопиться не стоит. Хотя у других дела продвигаются намного быстрее. Придется снова придумать хитрый план. Но пока у меня нет никаких вариантов. Ничего себе! Фигуру видно на просвет. Я должна этим воспользоваться. Попробую слезать сахар. Только не это. Моя фигурка сломалась. Я не хотела. Мне так жаль. Вы же ничего не сделаете. Нет, не надо, прошу. Ну вот, минус один. Не хотелось бы оказаться на ее месте. Придется шевелить пальцами поактивнее. Игла нагрелась. И это может пойти на пользу. Сахар плавится, мой план работает. Я почти справилась. Готово. Посмотрите сюда. Треугольник целый невредим. Я собой горжусь. Осталось совсем немного. Есть! У меня получилось! Эта звезда – символ моей победы. Осталась только я. Все, это была последняя грань. Посмотрите сюда, я вырезала квадрат. Успела на последних секундах. Вот это везение. Наконец-то можно выдохнуть. Я так за вас рад. Похоже, вы не в настроении. Ладно, пора заканчивать. Вас ждет следующее испытание. Они такие скучные. И снова привет! Где мы? У меня голова кружится от этих перемещений в пространстве. Придется еще немного потерпеть, Лили. Ведь впереди вас ждет новое задание. Смотрите, это дудочка. С ее помощью я покажу вам фокус. Правда, я умело обращаюсь со змеями и веревками. Это выглядит смешно. Ах так, надеюсь, следующий трюк вас удивит. Что вы делаете? Ничего не происходит. Наберитесь терпения. Фух, не хватает воздуха. Никак не могу отдышаться. Это было непросто, но, кажется, сработало. Зачем вы нас связали? Это ваше новое испытание. Удачи! Поторопитесь, время уже идет. О, нет, у нас всего 2 минуты. Нужно шевелиться. Дурацкие веревки. Они очень туго затянуты. Это бесполезно, я не смогу их снять. Ой, как сильно чешется нос. Так намного легче. Что это было? Похоже, я неосознанно освободила руку. Или мне показалось? Нужно быть по-настоящему изворотливой, чтобы снять все это. А что, если использовать мой браслет? Думаю, он сможет перерезать эти веревки. Шипы достаточно острые. Ну давай же, давай! О нет, я падаю! Помогите! Похоже, Джесс потеряла равновесие. Какие красивые звездочки! Ой, мне срочно нужно прийти в себя! Попробую растянуть веревки. Ничего не выходит. Ну вот опять чешется нос. Как же хочется чихать. Ого, я порвала веревки. Вот это удача. Не может быть, Лили уже освободилась. Мне нужно поторопиться. Поздравьте меня, я это сделала. Браво, Лили, ты молодец. Спасибо, спасибо. Считаю, что это заслужено. А ты не могла бы больше не чихать на меня? Вот, держи платок. Благодарю, он мне пригодится. Ну вот, уже намного лучше. Возвращаю. Не стоило. Фу, какая мерзость. Ладно, как обстоят дела у остальных? Лили меня обошла. Как я могла это допустить? Боюсь, простая сила нам не поможет. Нужно что-то придумать. Ну вот, я еще сильнее запутала веревки. Так дело не пойдет. Попробую еще. У меня получилось развязать руки. Полдела сделано. Посмотрим, что у меня есть в косметичке. Перчик чили. Неплохо. Осталось придумать, как его использовать. Я поняла. Придется его съесть. Держись, Эмма. Мы справимся. Я горю! Здесь стало очень жарко. Кажется, пламя утихло. Больше никогда не буду есть острое. Но план сработал. Веревки сгорели. Я свободна! Поднимите меня! Извини, Джесс, мне нужно бежать. Дай 5, Эмма. Теперь мы в одной команде. О, время вышло. А Джесс все еще не сняла веревки. Что ж, извини, я вынужден это сделать. Так нечестно. Меня подставили. Я не должна была проиграть. Жаль терять игроков, но ничего не поделаешь. Таковы правила. А мы с вами идем дальше. Надеюсь, вам понравится мой следующий конкурс. И это финал!
Лили, Эмма, пора выходить. Где мы на этот раз? Скоро вы все узнаете. Бумага и фломастеры? Кажется, я догадываюсь, что нам предстоит делать. Я рад, но все-таки объясню вам правила. Это пиньята, которую вы видели в самом начале. Вам нужно ее нарисовать за 3 минуты. И время уже пошло. Думаю, это будет несложно. Лили, не надейся победить. Я отлично рисую. Вообще-то я тоже не промах. У меня получится настоящий шедевр. Вот увидишь. Контур уже почти готов. Осталось несколько штрихов. Рисование так увлекает. Лили, зачем ты залезла на стол? Ты мне мешаешь. Сейчас же сядь на стул. Ладно, делай, что хочешь. Главное, не трогай ничего. У меня из-за тебя сейчас все фломастеры упадут. Ну все, мне надоело это терпеть. Я знаю, как тебя проучить. Мне понадобится мышеловка. Извини, Лили, но ты сама вынудила меня пойти на этот шаг. Как больно! Что это? Кажется, сработало. Куда же ты, Лили? Не стоило убегать. Можешь вернуться. Ай, падаю! Что за наваждение? Как много пиньят! Ну вот, я избавилась от соперницы. Теперь можно наконец-то заняться делом. Для начала сниму мерки. Рисунок должен быть максимально приближен к оригиналу. Есть. Можно переносить на бумагу. Такое расположение пальцев поможет повторить форму. У Лили вышло неплохо, но у меня будет еще лучше. Я использую разные цвета. Получится ярко и красиво. Возьму голубой. Вот так, неплохо. А теперь добавлю розового. Эти оттенки отлично сочетаются. Пиньята почти у меня в руках. Но расслабляться не стоит. Что это? Ого, время вышло. Я все проспал. А куда делась Лили? Лили? Понятия не имею. А я готова. Это тебе, подружка. Ай, моя голова! Что происходит? Мне нужно срочно закончить рисунок. О нет, тут еще куча работы. Боюсь, ты уже не сможешь ничего изменить. Время вышло. Но как же так? Ты сама понимаешь, Лили, что это провал. А у меня? Браво, Эмма. Что ж, Лили, прости, но ты проиграла. Не надо, пожалуйста, прошу вас. Меня подставили. Ну, наконец-то она исчезла. Я уже устала от ее вечного жужжания по духам. Я готова получить приз. Эй, что происходит? Где это я? Тебе предстоит разбить пиньяту. А вот и она. Держи, Эмма. Ничего себе, какая большая. Я готова. Сейчас она у меня получит. Ой, кажется, я потеряла ориентир. А, вот же она. Получай, получай. Ну как, у меня хорошо выходит? Конфеты уже видно. Мне так это нравится. Класс, очень весело. Лучший приз, который я когда-либо получала. Вот это удар. Браво. Не ожидала от тебя такого, Эмма. О, жвачка. Спасибо. Пожалуй, оставлю ее себе. Вот только немного увеличу. Упс. Берегись, Эмма. Ну все, думаю, я справилась. Вау, как много сладостей. Вот это класс. Откуда этот странный звук? Огромная жвачка. Еще один подарок. Супер. Ловлю. Ой, какая тяжелая. Как неудобно вышло. Хотя, она ведь не знает, что это моих рук дело. Как же хорошо. Я попала в сказочный сон. Не хочу просыпаться. Спасибо за все. Я рад, что все хорошо закончилось. До встречи. Некоторые вещи стоят того, чтобы за них бороться. Желаем тебе никогда не опускать руки и всегда идти до конца. А напоследок делимся веселыми дублями, которые заряжают мотивацией и позитивной энергией. Пока-пока!